Я снова в пути, снова испытываю трепетное ощущение путешествия и дороги после недолгого перерыва. Вернувшись с Колымы, где у меня сломался мотоцикл, я продолжаю путешествие по Приморью. Дальнейшие мои планы – покататься по Приморью, по побережью Японского моря пару недель. И потом на Камчатку к вулканам и медведям. Sketching lines on her face. Tired of endless guessing. My love. Что, вкусно? Да? Говно. То есть это крепостной вал, на котором стоял чистокол, стояли по углам башни, башни стояли возле ворот, по две штучки с каждой стороны, а тут стоял, ну, город. Это не радон, радон у нас на Амгу, это ну, далеко да, да. Ехать. А здесь как бы какой-то минеральный, да? Но а какая-то ванна там есть или да что-то? Нет, что там? Что, мальчики, завтракаем, да? Завтрак туристов. Да, с утра пораньше, комаров кормим. Сами завтракаем, комаров кормим. Давай, подвинем. Вот одного члена нашей команды подрал медведь с тигром вдвоем. Напали там. И приходится вот его сейчас перематываем и обратно во Владивосток. Ну, в Михайловке мы заправились, доехали вот до этого поворота и поехали по грунтам. Доехали до Ариадного. Вот туда заехали, на центр Приморского края, вот тут на берегу Малиновки, вот как раз на этой излучине. Приморье экстренные службы брошены на ликвидацию последствий сильнейшего тайфуна Лайн Рок. В зоне подтопления сотни домов, размыты дороги, ряд населенных пунктов отрезан от внешнего мира. Машины вон стоят, проехать нельзя. Все, сели мы плотненько в Тернее, дождем смыло все мосты, дороги. Все, производим эвакуацию из Тернея. Вон вертушечка летит.